В Славянском районе живет много замечательных людей, которыми он может по праву гордиться. Каждый из них на своем рабочем месте строит будущее нашего района. И сегодня мы хотим рассказать о некоторых таких людях – увлеченных, целеустремленных, профессиональных, которые любят свою работу и свою малую родину. Меня зовут Мирная Галина Александровна. Я учитель английского языка в МБУ лицее номер 1 имени 7 героев Советского Союза выпускников школы. Я учитель. Что же значит быть учителем? Быть учителем – это значит уметь учиться и меняться всю жизнь. Быть учителем – это иметь рядом своих коллег-единомышленников. Быть учителем – это иметь возможность менять мир и людей рядом. Быть учителем – это всегда иметь живое общение. Быть учителем – это никогда не скучать. Быть учителем – это значит быть счастливым человеком. Я люблю свою работу, потому что это моя судьба. Я Труднева Екатерина, шеф-кондитер кофейни-кондитерской «Поваренок Кэт». Все, что связано с духовкой и плитой, приносит мне неимоверное удовольствие и удовлетворение. Со временем открыла первую кондитерскую маленькую, развивалась, проходила очень много курсов у наших известных шеф-кондитеров всей России и также международные курсы. Спустя время открыла большую кофейню-кондитерскую на Красной 44. На витрине у нас все, что я люблю. Изготовлено все только из натуральных продуктов, без красителей и все максимально свежее. Профессия кондитер очень творческая и интересная. Мы и дальше развиваемся, трудимся для вас, создаем новые текстуры, ароматы, новую выпечку, десерты, чтобы радовать жителей нашего города. Меня зовут Светлана Владимировна, я работаю на предприятии «Белара», трикотажное производство. Вот. Мне нравится здесь работать, здесь чисто, светло, уютно. Мы создаем здесь очень красивые, приятные, полезные вещи для наших деток, внуков, родителей, дедушек, бабушек, которыми пользуются все ежедневно. Маечки, пижамки, не знаю, мне очень нравится создавать все это, участвовать в этом. Это все очень приятно, полезно, красиво. Вот. Мне нравится здесь работать, очень люблю свою профессию и свою работу. Я Васюк Елена, в Приазовском, ЗАО «Приазовском», работаю уже больше 26 лет. Пришла еще совсем девчушкой. Работа нравится. Мама работала дояркой, так что эта работа мне знакома еще с детства. Больше 10 лет участвовала в соревнованиях, неоднократный победитель районных соревнований. Я считаю, что моя работа важна, потому что это молочная продукция. Она нужна всем. Я люблю свою работу, поэтому и отдача хорошая от моих коров.